Слушай, когда мы не проезжали, боже мой. Там с тобой присели в одном месте. Ну, это не считается. Это обычно это самое. Методика при проверке дороги. Да ну нахрен, ну какая рыбалка может быть? На ДТшке приехать сюда, блядь, а уехать на чем? Пешком по это самому. Вы же ездили на ДТшке. А? Мы же ездили на ДТшках и на Мамонтай. Так вы туда ездили, а ну не сюда же приехать и остаться. Как ты думаешь? Тут глянь, они тоже отбили этот самый котлованчик, видишь какой? А, это же они, наверное, грунт для дороги, блядь, пытаются сделать. Ты сейчас кататься будешь туда-сюда? Сейчас заеду и будем. Подожди, дай заехать еще. Где ты снимешь? Ты же видишь, водичка какая у нас. А. Достаточно, глянь, она вся уже чистая. Ну, она широко развилась, видишь. А можно и тут развиваться. Да и гуски мокрые постоянно. Сука, хорошо. Что стоит мокрый? Гуски-то мокрые после это самое. Тут и все нормально, помылись за один раз. Раз он туда напит так, чтобы никому не мешать. Дождик весь Макс. Был, видно. И хороший был он, лужишник, видишь? Распасилась дорожка. Ну. Ну, у нас на разговор, а вон сейчас все там в тумане, он, видишь? А, и туман. Ну. Вот и сейчас дождь. Он может и сейчас туда и уйти. Он, может быть, этот раз туда и пошел от нас. Он там и похоже, как дождь идет. Большое. Ну вот оно. Нет, не здесь, вон там. Я говорю, озеро, вот. Ну, и здесь та же самая. Thank you.
Фу-фу. Так. Где у нас дорога-то? Да нету дороги. Вот я смотрю, вот где струя, может, куда? А, потихонечку. Только не это. Против струи сюда остановись. Во-во-во, вот так. А где дорога у нас? Будь вода чуть не поняли. А, вон. А, это дорога? Да вроде. Да я не знаю, она была, плод был короткий. Больше, нет, больше ну... нету ничего. Воды много. А, можно по дороге хуярить, действительно. По какой дороге? Которая была. А мы почему хуярим? Ну, вот я про воду имею в виду пока, пока не просыпал. Тогда по центру лучше выходи, не лезь здесь. Так оно дорога наоборот, середина поднятая. А там только река будет, да? А там речку перейти. Вот дорога, да, да. Эта вот речка разлилась и сюда похуй пошла. Мы уже стояли здесь эти. Это с крубером. С бочкой. Воду давить просто. Ну ты сюда, видишь? Там с ума не может. Сейчас такая же гадость будет. Самое не надо. Вот раз струя где идет. Тут же яма вот. Да. Вот я вот отсюда и пошел потихоньку туда. Да хуя воды, блядь. Говорю, блядь, садись в краю.
сейчас зайду. Он отсюда по течению. Да, туда. Конечно, по течению вниз. Там он еще один есть, вы есть. С аккумуляторами ящика. А? Даже ящик аккумуляторный закрыло водой. Ну, конечно. Я на нем вот так вот нырял. Ну? Да, глубокое. Да, нырял тоже. Ну, выбора не было. Я на КамАЗе так ходил. По сути, места. Сейчас главное, чтобы мост на Салкаляке был нормальный. Мы тот раз возвращались с охоты, с весенней, а через него как давануло прям, и все повставали, даже наливы эти самые. Все нормально, знаете, ни воды, ничего. Но дождь был недавно внизу. Идет, но не сильно. Ну, может быть, там идет. Колес набросало все. Ну это самое, Вовчик. Когда выехали, где-то стояли огурца, он же понимает, что какой сейчас скажу. По-моему, правый. Че правый? Балансир подкапывает. Ну-ка, это. Ну, видишь, просто тут ширина там сжата, но... просто все. Наша ширина не интересует, нас интересует глубина. Ну, там надо было молча. Хуярит быстро там. Надо было ниже спуститься. Да какая разница, давай уже так иди. Сейчас потихонечку мордок. Если опустится. Вон, вон, ниже. Ну вот, я же говорю, ниже, куда надо. Да, понимаешь, вон, где-то. Утва альбертовская. Да хуя воды. Да густая, как это самое.